Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон, и я Эдуард Петер. И сегодня мы займемся продолжением изучения нашей программы МОЭ-4. В данный момент меня интересуют различные сцепления механизмов, с которыми я буду сталкиваться по изготовлению автобатонов. Кто не знает, посмотрите мои другие видео, что такое автоматон. Итак, в данный момент мне нужно сцепление, которое использовал еще... Так, вот это. Использовал еще да Винчи. Мы берем с вами... цилиндрик. И вот так его. Далее, еще раз. Угодно можем делать это. Так. Так. И потом уже, взяв цилиндр, подвигаем его к краешку. Сюда и увеличиваем. Снэп убираем, мешает он сейчас. Я сделаю поменьше. Таким образом. И теперь нам необходимо сделать 4 таких. Ой, 4 таких по кругу расположить. Для этого мы возьмем трансформацион, transformation array и по кругу скажем, что нам нужно вот по этому кругу расположить их. 12 штук, допустим. 12, да? И скажем окей. Итак, мы с вами сделали первую из шестеренок. Представим себе, что это деревянные шестеренки. Так. Ну, а далее нам необходимо вот это все соединить. Где у нас находится соединение? Так, здесь я не вижу их. Конструкт. Вот булевые операции. И говорим, что это будет соединение. Так. Далее к этим булевым операциям применим еще филет. Радиус 0. 3. Окей. Okay. Вот такой у нас получился ну и если мы посмотрим фронт и скажем Ctrl-C, Ctrl-V развернем за эту стрелочку. Так. Где у нас 90 градусов?
подведем сюда. Немножечко уменьшим. И таким образом вот мы получили с вами шестерни, да? Ну, единственное, что я бы такой, чтобы я сюда поставил еще цилиндрики. Так, вот один из них. Очень снэп такой у него жесткий. Ну-ка, если отключу, но все равно снэпится он довольно-таки жестко. Так, ну и еще один. Теперь Storing C, Storing V. Развернем. И опустим сюда и в центр. Так, включим объекты. Ну что ж, вы это соединение сделали, с чем я вас и поздравляю, кое-чему научились. До следующего раза. Всего доброго вам, друзья. Пока.